каждый свой день педагоги школы моделей Elite Stars посвящают раскрытию потенциала начинающих моделей. Работают над созданием особой модной среды для своих учеников. Организуем многочисленные модные показы, конкурсы красоты и кастинги. Я приглашаю на сцену педагога и постановщика Women's Fashion Show Алексея Головкова. Давайте поприветствуем его. Алексей – модель и преподаватель школы моделей Elite Stars. Его история успеха началась с первой недели подготовки в модельном агентстве, а точнее с первых модельных тестов. Брутального стильного мужчину заметил букер Elite Stars и сразу же стал предлагать модель крупным компаниям и известным брендам. За время обучения Алексею удалось стать лицом самых престижных брендов, снимаясь для Люксей, Макс, Мара. Его фото неоднократно украшали рекламные кампании знаменитых марок. Кроме фотосессии, Алексей отлично справляется с подготовкой новых лиц к модельной работе. В начале 2023 года молодой человек приступил к преподавательской деятельности в школе моделей. Давайте поаплодируем Алексею. Ну что ж, и один вопрос к Алексею. Алексей, как решились попробовать себя в моделинге? Немножко о вашей истории. Всем привет. Решил попробовать себя в моделинге благодаря жене. Она прям настаивала в течение, ну, наверное, 2 лет, чтобы я сходил, что по мне плачет подиум и так далее. И я решил прийти в Elite Stars. Моя жена там, кстати, обучалась несколько лет назад. И букер заметил, а дальше историю вы уже знаете. Спасибо.